коснулась. Ну как ты? Да. У тебя приличная шишка на лбу. Ты здорово ударилась головой. Да. Болит. Да, мы в безопасности. Не знаю. Кажется, это какой-то старый отель или пансионат, я не знаю. Здесь вполне уютно. Скоро ночь, так что, возможно, они появятся. Нет, я забаррикадировал дверь, пока ты спала. Да. Мне не нравится твоя повязка. Надо бы сменить. Да, да, у нас еще остались бинты и пластырь. Сколько ты была в отключке? Ну, около пары часов. Да. Да, я был здесь все это время. Подожди, я достану все, что нужно. Монастырь. Подожди, я посвечу фонарик. Прикрой глаза. Кровь уже не идет. Все в порядке. Не шевелись, я отклею повязку старую. Больно? Нет. Хорошо. Так. Не шевелись. Сейчас немножко пощипит. Чищу рану. Большая ссадина. Шишка. Больно. Извини. Ну вот, отлично. Нет, я думаю, обычным пластырем мы не обойдемся, поэтому придется сделать тебе новую повязку.
Отлично. Вот, до свадьбы заживет. Да, я знаю. Возрастная шутка. Хочешь пить? Я хочу. Держи. Нужны силы. Смотри, что у меня есть. Твой любимый батончик. Так. Я открою. Вот. Держи. Осторожно. Держи. Ешь. Я не голоден, спасибо. Да. Ну чего? Я думаю, что мы останемся здесь на пару дней. Да, да. Мне совсем не нравится твоя шишка. Да нет, она не страшная, но лучше бы ее не было. Да, останемся здесь на пару дней. Эй, пока ты спала, я наточил твой нож. Успел проверить, есть ли там топливо и все ли в порядке с аккумулятором, но если все в порядке, то через пару дней нам не придется идти пешком. Да. Я немного устал. Как ты? Может быть, поспишь еще? Нет, не бойся, я никуда не денусь. Что нам стоит двигаться на юг, как мы и собирались. Да, это неплохая идея. Нужно уйти подальше от больших городов. Мой знакомый отправился на юг на прошлой неделе. Правда, с тех пор я о нем ничего не слышал. Связи нет и радио нет. Да, наша рация сломалась. Я не знаю, как ее починить. Сначала я думал, что сел аккумулятор, но мне кажется, это из-за сырости. Попробуем просушить ее в следующий раз. Может быть, поможет. Да. На юге теплее и проще будет перезимовать. И мне кажется, там меньше ходячих. Да. Хотя, знаешь, в этой части города не так уж их и много. Здесь мало было жителей. Сходить проверить машину. Да, чтобы убедиться, все ли с ней в порядке. Нет. Со мной ходить не надо, останься здесь. Я справлюсь один. Сейчас я возьму фонарик.
Я забаррикадирую дверь с той стороны, когда уйду. Да, сюда никто не попадет. Когда я приду, я открою тебя. Не волнуйся. Полежи, отдохни, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну, я пойду, я скоро вернусь. Жди меня здесь. Не волнуйся. Я люблю тебя. Все будет хорошо. Очень устали за сегодня. Становится сложнее найти себе еду. А наши запасы тают на глазах. Хорошо, что пока на улице есть снег, у нас есть вода. Сейчас, скорее всего, конец февраля или начало марта. Я не знаю. Даже погода сходит с ума. Ясные солнечные деньки сменяют дикие снежные бури с таким сильным ветром, что валит с ног. В такой погоде невозможно двигаться дальше. Мы остановились в каком-то заброшенном доме. Здесь жуткий беспорядок. Я даже не хочу думать о том, что стало с его прежним обитателем. Но здесь лучше, чем на улице. Рэйчел спит. Она еще не окрепла после той травмы. Я знаю, что ей очень тяжело. Она старается не подавать виду и всегда подбадривает меня шутками или своей улыбкой. Я не знаю, что бы я без нее делал. Ты чего не спишь? Thank you.
осталось немного еды. Завтра нам придется обыскать округу в поисках пищи. Если нам повезет, мы найдем какой-нибудь магазин, до которого еще не добрались мародеры. Я думаю, большинство мародеров сейчас превратилось в ходячих. Чувствуем себя расслабленным и счастливым. Вот этот звук волн. Мы заходим глубже, по пояс, по грудь, плотная, теплая, соленая. Омывает нас со всех сторон. Закрой глаза, я пошепчу тебе немножко на ушко. Не подсматривай. Расслабься. Мы не здесь. Мы на море. Там, где тепло. Мы плывем по этой теплой, соленой воде. Сверху светит солнышко. Чайки. Мы выходим на берег, ложимся прямо на горячий песок. Наши тела расслаблены, нам хорошо и спокойно. Нам не о чем переживать.
наши мышцы расслабляются. Пусто. Но тебе повезло. Сегодня я в роли волшебника. Я не знаю, что бы ты без меня делал. Ни за что не угадаешь, что у меня есть. Смотри, что я нашел. Да. Хотелось бы всего 5 банок. Я не знаю, что там. Этикеток не осталось. Я думаю, какие-нибудь овощи или фрукты консервированные. Хотя, знаешь, я думаю, что это твой любимый кошачий корм. Эй, Рэйчел. Кс-кс-кс. Рэйчел. Кс-кс-кс. Иди сюда. Твой любимый кошачий корм. Да нет. Судя по звуку, там какие-то овощи.
Может быть, бобы или кукуруза. Но я бы не отказался от тушенки. В любом случае, нам будет что поесть. Смотри, что я еще нашел. Огромный коробок со спичками. Никогда не думал, что буду радоваться. Спичка. Как они пахнут. В такой большой коробке. На вид они сухие. Нужно проверить. Да. Конечно, лучше бы это была зажигалка, но... Здесь написано, что здесь 700 спичек. Нам с тобой надолго хватит. Смотри. Прикольно. Теперь я понимаю, почему первобытные люди так радовались, когда научились добывать огонь. Смотрел бы вечно, как они горят. Нужно беречь их. Что? Давай положим их в твой герметичный контейнер. Он занят чем-нибудь? Нет? Достань его из рюкзака. Мы должны сохранить их. Сухими. Держи. Ни за что не поверишь, что у меня там есть еще. Есть какие-то догадки? Ну да, конечно. Я бы сам не отказался. Например, куриных окорочков. Или свиной грудинки. Но это нисколько не хуже, смотри. Отличный источник энергии, ты понимаешь? Чистые углеводы. Он отлично восполнит запас на такси. Грязные руки. Нынешняя ситуация апокалипсиса — это просто мелочь. Не стоит тратить себе сразу.
этой улице. Смотри, я нашел чай. Сейчас посмотрим. Рэйчел, это зеленый чай. Какой аромат. Кажется, это вишня. Понюхай. Классно, правда? Халива немного. Придется беречь. Я думаю, будем пить его, когда тяжело проснуться по утрам. Меняются, когда приходит апокалипсис. В герметичном контейнере еще осталось место. Отлично. Спрячу его туда же. Это еще не все. Я сегодня прямо как Дед Мороз с подарками. Я думаю, что заварим сегодня этот чай и поедим вот это. Да, это углеводные батончики. Снова углеводы, да. Но это лучше, чем ничего. Мы с тобой совсем не едим белка. Я скучаю. Я бы даже поел сейчас колбасу, которую я никогда не ел. Хотя бы чего-нибудь, что напоминает вкус мяса. Здесь написано, что они стукаты. Неплохо. Ничем не пахнет. Да. Ну, знаешь, сладкое поднимает настроение. Еще. Держи свой батончик. Я положу здесь. Нам нужен белок. Организм очень тяжело восстанавливается, когда он не получает белка в достаточном количестве. Где я нашел батончик? В том магазине. Помнишь? Да. А там почти ничего не осталось. Эти батончики я нашел в подсобке. Рядом. С уборщиком. Знаешь, когда мы найдем оружие, нам придется сделать вылазку в город. Я знаю, что это опасно, но нам нужны припасы. Здесь почти ничего не осталось. У меня есть идея. Я знаю, что ты волнуешься, я тоже волнуюсь за тебя. Но нам придется пойти в город, если мы найдем оружие. Ножи и палки — это не оружие, ты понимаешь? Нам нужен пистолет или ружье. Идея? Ах, да. Нам нужно найти с тобой в городе магазин спортивного питания.
Да, я понимаю, это звучит странно, но спортивное питание может храниться годами, и оно сбалансировано по своему составу. Нам нужен белок, Рэйчел. В нынешнем мире мы вряд ли сможем достать мясо. Сколько нужно будет потратить времени, чтобы научиться охотиться? Чем? Чем охотиться? Метать копья? Ты представляешь, как это выглядит со стороны? Нет, нам нужно в город. Нам нужно обязательно в город. А кому? Кому нужно было спортивное питание, когда наступил конец света? Я думаю, это последнее, о чем задумались люди. Первым, что разграбили, это продуктовые магазины, хозяйственные магазины и те немногочисленные оружейные, которые были. Когда вокруг бегают зомби, последнее, о чем ты думаешь, это банка с протеином. Но нам нужен этот протеин, понимаешь? Если мы найдем достаточное количество спортивного питания, мы можем спокойно питаться в течение нескольких месяцев. Пара килограмм. Нам с тобой хватит. Буквально по одной порции в день. С ним просто нужно будет всего лишь найти воду. Да, ведь там полным-полно протеиновых батончиков, гейнеров, всего что угодно. Кстати, может быть, там есть одежда. Хотя меня вполне устраивает мои лохмотья. Знаешь, о чем я сейчас вспомнил? Я вспомнил, как раньше я хотел тренироваться. И столько ел. Я съедал за день столько, сколько мы с тобой сейчас съедаем за неделю. И не этих батончиков. Все бы отдал сейчас за куриную грудку, которую я так не любил тогда. С гречкой. Что-то я очень есть захотел. Давай попьем чай. Угу. Перекусим немного батончиками, а потом отдохнем. Хорошо. Я тоже так думаю. Ну, это, конечно, не самое безопасное место. Но что есть, то есть. По крайней мере, оно высоко. Что? Давай пить чай, а потом мы отдохнем. Послезавтра продолжим путь. Рэйчел, нам нужно в город. Обязательно. Тебе еще остались салфетки. Держи. Дары цивилизации. Точнее того, что от нее осталось. Ты вся грязная. Я знаю. Почти в безопасности. Сейчас немного отдохнем и осмотрим северное крыло. Может быть, там что-то осталось из припасов. Я видел там большой продуктовый магазин, хотя торговые центры грабили в первую очередь.
Знаешь, когда мы проходили сегодня мимо магазина с электроникой, я вспомнил об одной вещи, которую хранил с самого первого дня. Сейчас увидишь. Да, это мой телефон. Представляешь, здесь раньше в вот этом куске металла и пластмассы была вся наша жизнь. Видео, фотографии, соцсети. Мы общались с разными людьми из различных уголков нашей страны и даже планеты. А теперь это просто воспоминания. Бесполезный кирпич. Его можно еще включить. Когда последний раз я его включал, там было немного заряда аккумулятора. Не знаю, я берегу его. Может быть, однажды я включу этот телефон, а там будет смс-ка о том, что все закончилось. Или, может быть, однажды я включу его, и кто-то позвонит. Иногда мне снится, что я звоню по этому телефону туда, в прошлое. Нашим друзьям, знакомым, по работе. Я даже слышу их голоса. Иногда мне снится Джим. Я не рассказывал тебе о нем. Тот парень, помнишь? Да, в тот день, когда все началось, я пытался его найти. Да, но тогда произошла та история с тобой. Я чувствую вину за то, что не спас его. Хотя я тогда даже не понимал, что происходит. Это было как будто не со мной или как во сне. Не очень приятно вспоминать об этом. Ты хочешь послушать? Ну ладно, я расскажу тебе, как все было. Эй! Эй! Что ты здесь делаешь? С тобой все в порядке? Я чуть было не наехал на тебя. У тебя кровь идет. Охренеть, вот это порез. Да как ты только оказался? Подожди, у меня есть аптечка. Кто? Кто нас услышит? Тише. С тобой все в порядке? Ты не ударился головой? Нет? Не тошнит? Нет головокружения? Окей, я буду говорить тише. Хорошо, хорошо. Успокойся. Сделай глубокий вдох и выдох. Здесь никого нет, приятель. Мы в лесу. Странно, что я вообще тебя встретил. Что произошло? Эта перекись будет щипать немного. Дай мне свою руку. Ты порезался. Это она тебя порезала? Ты крупно досадил ей, приятель. Ну да, немного щипит. А, ты порезался. Она напала на тебя? Да, что же ты натворил? Что значит не твоя жена? А кто тогда?
положу бинт. Как это не совсем? Не совсем жена? Или не совсем твоя? Да ты ловелас, приятель. Ты издеваешься надо мной? Мертвые не ходят. Ладно, ладно. Ты точно не стукнулся ни обо что головой? Я врач, все в порядке. И твою руку придется зашить. Ну, конечно, не здесь. Я не хирург, но придется постараться, чтобы ее залатать. 3 или 4 шва. Точно придется наложить. Ты расскажешь мне, что случилось, я не буду кричать, хорошо? Здесь все равно никого нет, окей? Так что случилось? Держи руку прямо. Хорошо. Твоя жена была нездорова. Ей было плохо. Почему ты не отвез ее в больницу? Я знаю, никто не доверяет врачам, даже я. Окей, что было дальше? Держи руку прямо. Я знаю, что туго, знаю. Нужно остановить кровь. Угу. И что с ней стало? У нее был жар, а у тебя нет жара? Нет. Она чем-то заразилась? Кашляла кровью? Слушай, приятель, у меня для тебя плохие новости. Возможно, ты тоже болен. Ну, зрачки реагируют на свет. Жара нет. По-моему, у тебя шок. Точно нет головокружения. Не тошнит. Знаешь, когда встречаешь одинокого человека в лесу, можно подумать все, что угодно. И что было дальше? Подержи здесь. Угу. Она пыталась тебя укусить. И что потом? Ты ударился об дверь, разбило стекло и порезало тебе руку. Окей. Почему ты не поехал в больницу, а побежал в лес? Серьезно? Твоя жена напала на соседей? А дети? У вас есть дети? Нет? Подожди, здесь нужно заклеить пластырем еще, чтобы повязка не съехала. И что было потом? Ты убежал в лес. Понятно. Нет, я ни о чем не знаю. Я с утра уехал в город. В городе то же самое? Что с людьми? Подожди. Они нападают друг на друга и убивают? Как это, умирают, но не совсем? Так не бывает. Зомби. Зомби бывают только в сериалах и фильмах. Окей. Подожди. Я видел дым. В северной части города, там, где промышленный завод. Может быть, там какая-то потасовка, может быть, стачка. Рабочие чем-то опять недовольны. Подними руку. Так это повсюду происходит? По всему городу? Поэтому ты здесь? Это серьезно, приятель. А полиция? Так а что же ты молчал-то? Моя девушка Рэйчел, она сегодня поехала за покупками. Ее не звонила из самого утра. Зачем вы?
вообще тебе нужен телефон? Почему вы никогда не берете трубку женщины? Что это такое? Что это за издевательство? Наверное, она опять оставила телефон в машине. Зачем? Зачем им вообще телефон? Я не понимаю, только селфи делать. Так, подожди. Ты пугаешь меня, если это все так серьезно. Нам нужно в город, я должен найти Рэйчел. Так, что делать? Нужно позвонить моему другу. У него пикап, он заберет нас отсюда. Что значит, ты не поедешь? Да ёлки-палки. Давай, звони же ты. Нет, тебе нужно в город. Тебе нужно в больницу. Чувак, ты потерял достаточно крови. Не самое лучшее бы просидеть в лесу. Ну давай, бери же трубку. Что такое? Ладно, перезвонить сам. Так. Дай мне минутку сообразить. Хочешь пить? У меня есть с собой сок. Держи. Тебе нужна глюкоза. Ты потерял много крови. Пей. Я тоже попью. Окей, дай мне минутку собраться с мыслями. Так, мы не так уж далеко от города, нужно позвонить в такси. Сеть пропала. Что сегодня за день такой? Зачем вообще люди изобрели этот телефон, если от него нет никакого толку? Так, подожди, ты живешь где-то недалеко здесь, на границе с лесом? Нет? Ты добрался сюда из центра города? Пешком? Приятель, да ты сумасшедший. Мне нужно в город. Подожди, я начинаю волноваться. Что-то идет не так. Зомби не бывает. А ты бы сам себе поверил? Ладно, не обижайся. Вот ты бы себе поверил? Представляешь, ты едешь по лесу, и вдруг чувак, раненый, истекающий кровью, говорит тебе о зомби. Хотя, может быть, ты и прав. Послушай, я не могу больше здесь оставаться, я волнуюсь за Рэйчел. Конечно, она, бывает, не берет трубку, но... Ты до смерти напугал меня. Нужно выбираться отсюда. Вставай. Где ты живешь? Если ты не хочешь в больницу, я отведу тебя домой. Мы поймаем тачку на шоссе. Здесь всего пара километров пешком. Идем. Нет, сидеть в лесу, когда ты истекаешь кровью, не самый лучший выбор. Ты уверен? Но это довольно глупо. Ты думаешь, в лесу безопасно? Кого? Ну да, здесь нет зомби, согласен. Здесь вообще никого нет. Идем. Ты прикалываешься? Послушай, мне надо в город. Я... боюсь за Рэйчел. Давай сделаем так. У тебя есть с собой телефон? Но это сейчас не работает. Починят. Послушай, в современном мире люди и часа без телефона не проживут. Ну да, сейчас нет сети, но через какое-то время она появится. Так иногда бывает. Может быть, перебои с электричеством. Давай я запишу твой телефон.
спеши мой. Я не могу тебе позвонить, поэтому... Ладно, хорошо. Не записывай. Я, когда я доберусь до города, я позвоню тебе. Да, все будет в порядке. Связь наладит, я уверен. Ты уверен, что не пойдешь со мной? Чувак, ты меня поражаешь. Ладно, окей. Жди здесь. Я вернусь с тобой. Я доеду до города, найду Рэйчел, и мы вернемся с тобой на машине. Окей? Не надо сидеть в лесу одному. Хочешь попить еще? Окей. Жди меня здесь. Я скоро буду. Остался в лесу. Я не знаю, что с ним. Связи больше с тех пор так и не было. И не знаю. Я приехал в город искать тебя. Ну а дальше ты знаешь, что было. Дальше мы пережили с тобой целую кучу историй. Я надеюсь, что Джим выжил, что с ним все в порядке. Но это маловероятно. Это был первый человек, которого я увидел в тот день. Первый пострадавший в моей жизни, которому я не смог помочь. Хотя Я тысячу раз привыкал к этому на работе, но это не то. Обидно понимать, что ты мог спасти человеку жизнь, но не сделал этого. Ты отдохнула? Да, ну что, пойдем осмотрим северное крыло. Возьми биту. Я возьму топор. Ну что, пойдем. Давай. Тише, Рэйчел. Возможно, мы здесь не одни. Здесь беспорядок. Просто жуткий бардак.
смотри, замок. Он цел. Ручка сломана. Замок. Черт. Мы не сможем остаться в этой комнате. Здесь будет небезопасно. Велик. Сначала осмотрим вторую комнату. Если она не заперта. Ну, разбирать его в темноте не лучшая идея. Я 100 лет не спал на кровати. Что там у меня? Да, я знаю. Ты даже таблетки от головы и от поноса постоянно путала. Похоже, эта сумка принадлежала велосипедисту. Знаешь, это набедренные сумки. Их носят байкеры или велосипедисты. Это очень удобно. Он приспособил ее под аптечку. Это умно. Ведь гораздо быстрее достать отсюда лекарство, чем влезть в рюкзак за спиной. Я думаю, она ему уже больше не пригодится. Вряд ли он вернется за ней. Здесь свою аптечку и велосипед. Скорее всего, его уже нет. Нет. Вряд ли он вернется. Здесь давным-давно никого не было. В любом случае, нам с тобой очень повезло, что мы нашли хоть какие-то медикаменты. Давай посмотрим, что там. Поесть ничего не нашлось. Меня тоже. Я обследовал кухню и кладовку. Ничего нет. Все, что можно было съесть, уже давным-давно съели. О, мой животик хочет кушать. У нас ничего не осталось. Кукуруза. Я больше не могу есть кукурузу. Последняя банка. Придется сегодня ложиться спать холодными. Это пластырь. Ну какой-то. Это не лейкопластырь, это пластырь, чтобы закреплять бандажи и повязки. Ну, тоже неплохо. Кроссовки, что я нашел в торговом центре. Они ужасно натирают мне ногу. Будет хотя бы чем заклеить. Какие-то таблетки.
пластырь. Это лучше, чем ничего. Какие-то еще таблетки. Я не вижу. Здесь нарисовано. Непонятно, все буквы стерлись. Кажется, это еще одна обезболивающая. Годности нет, как раз открыто в том месте. Будем надеяться, с ними все в порядке и их можно использовать. Есть еще какие-то таблетки. Это снова обезболивающее. Самое, что было в коробочке. Целое не открытое. Зачем оно было столько обезболивающего? Странно. Какая-то мазь. С ибупрофеном. Это снова обезболивающее. С ним что-то случилось раньше. Кто не будет запасаться таким количеством обезболивающего? Видимо, парень страдал. Может быть, у него был перелом. Явно пытался заглушить боль. В любом случае, такая мазь всегда пригодится. Что здесь есть еще? Глазные капли. Да, я нашел разбитые очки в той комнате, где велосипед. Это точно его сумка. Хлоргексидин. Тоже полезная вещь. Подожди, надо посмотреть срок годности. Заканчивается. По крайней мере, в этом году. Мы не знаем, какое сегодня точное число. Еще один хлоргексидин. Нет, с этим все в порядке. Этот послужит как минимум еще полтора года. Это так странно, знаешь, быть врачом в мире, где больше не осталось людей. Нет, я, конечно, верю, что они еще где-то есть, но, по крайней мере, хотелось бы уже встретить кого-нибудь. Я бы с радостью помог. Нажил бы повязку, помыл рану. Но никого нет. Постой-ка, Рэйчел. Хлоргексидин, куча обезболивающего, разбитые очки. Рэйчел, он не бросил свою сумку, он не бросил свой велосипед. Его укусили. Он пытался обеззаразить укус, а когда стало хуже, он начал есть обезболивающие пачками, пытаясь заглушить боль. Ты представляешь? Ты только вдумайся. Это, наверное, очень страшно. Понимать, что ты превратишься в это существо. Видимо, он совсем отчаялся. Очень грустно. Давай не будем об этом. Не знаю, врач. Я смотрю на этих существ и не понимаю, осталось ли у них хоть капли чего-то человеческого. Понимают они, что они были кем-то раньше.
затворниками, например, или банкирами. По-моему, они хотят только одного – съесть нас. Не знаю. Я думаю, это уже не люди. У них сохранился какой-то базовый набор инстинктов. Но основное то, что ими движет, это голод. Я думаю, что это так. Основной движущий инстинкт. Размножаться они вряд ли смогут. Ну, я имею в виду главным путем. Поэтому все, что им осталось, это просто есть. Если они едят, и им нужна пища, то при недостаточном ее количестве они могут стать слабее, медленнее. Я не знаю. Человек без пищи умрет. Без пищи и воды. А что может сделать зомби, который уже умер? В медиа об этом нам не рассказывают. Кое-что нашел. Сейчас покажу тебе. За эту находку я готов отдать очень многое. Даже свой новый арбалет. Смотри, Рэйчел. Это антибиотики. Правда, их немного. Совсем немного. Но это антибиотики широкого спектра действия. Это очень-очень нужная вещь в наше время. Она поможет нам справиться как с простудой, гриппом и прочими вирусными заболеваниями, так и при порезах, если мы чем-то заразимся. Таблеток совсем мало. Таблеток. Нужно беречь. Завернем их в непромокаемый мешок и спрячем на рюкзака. Но это не все, что я ношу. Сюрприз. Папа. Да, Рэйчел, это мини-арбалет. Конечно, это не кольт-питон, как хотелось бы, но за неимением огнестрельного оружия это тоже неплохой вариант. Да, я нашел его в кладовке. Да, есть. Правда, всего две, и пластмассовые, но наконечники в них железные. Ну, конечно, я уже стрельнул из него. Я тебе скажу так, с расстояния 5 метров вот этой стрелой я пробил лист гипсокартона в кладовке. Я хотел проверить на чем-то еще, но это слишком шумно. Поэтому я не стал рисковать. Ты не слышал? Наверное, мне показалось. Завтра утром, когда рассветет, на заднем дворе безопасно. По крайней мере, там есть забор. Потренируемся в стрельбе. Я знаю. Я тоже плохо стреляю. Поэтому и будем тренироваться. Он легкий. Тебе будет с ним безопаснее. Ну, я знаю, что ты привык бить, но с этой штукой ты можешь отбиваться на расстоянии. Ну, в любом случае, в основном мы всегда убегаем на крайний. Как запасной вариант. Всегда можно использовать его. Возьмешь?
случится. Пообещай мне. Подожди, не перебивай. Пообещай, что ты сделаешь это. Я знаю, что это больше не люди. Я не хочу превратиться в такое существо. Бездумно ходить по городу, слоняться в поисках живого человека, чтобы убить его, разорвать и набить свой желудок мясом. Нет, Рэйчел, я не хочу вот так бродить по улицам без имени, фамилии, не понимая, кто я, без воспоминаний. Это ведь не люди. Нет, Рэйчел, ты должна пообещать мне. С этого момента мы должны относиться к тому, что происходит вокруг, намного серьезнее. До этого нам с тобой очень везло. И сегодня нам с тобой повезло найти этот дом и эту аптечку. Но везение может закончиться. Мы должны взять все в свои руки. Все должно быть под контролем. Я тебе обещаю, что если случится что-то с тобой, я не буду медлить. Ни секунды. И я хочу быть уверен, что ты тоже это сделаешь. Рэйчел, для меня это важно. Я хочу остаться человеком. Не превратиться в эту тварь. Кроме кукурузы больше нет ничего. Это печально. Ладно, оставим ее на завтрак. Придется ложиться спать на голодный желудок. Ну что, пойдем? Там в углу есть какое-то грязное покрывало. Как бы мы сейчас хорошо спали бы на том диване. Но это небезопасно. Ну что, идем? Ты хочешь немного посидеть? Хорошо. Я тогда пойду спать. Если что, будь меня сразу. Ну давай, доброй ночи.